Тихо! Я Алина. Он один? Где второй? Я не знаю. Вы меня спасете. Я хочу, ну, пожалуйста, пожалуйста, спасите. Да заткнись, я сказала. Все будет хорошо. Скорую вызвал? Смотри на меня. Смотри на меня. Я девушка. А человек в маске. Там были бабочки. Парень, послушай меня. Ты не виноват. Мы с женой видели, что это она выскочила на трассу. Скорую! Скорую вызвал! Пошли. Шмот! Мусора! Ребят, ты что творишь? Руки! Ру,
руки, ублюдок. Эй, отпустите меня. Я ничего не сделал. Слышишь меня, а? Это вы мне подкинули, слышишь? По беспределу работаете, ментяры. Как тебя зовут, оратор? Игнат. Калинин Игнат Максимович. Где ж ты таких крылатых фраз нахватался, Игнат Максимович? А у меня батя мент. Только не звоните ему, пожалуйста. А я не собирался. Тебе 16 лет, ответишь по всей строгости закона. Уводите. Привет. Привет, сейчас я одну минутку и освобожусь. О, это ж твоя докторская, к которой ты зимой не притрагивалась. Ну да. Хотела кое-что уточнить. А что это такое? У нас какой-то повод? Ну, во-первых, 6 месяцев нашей совместной жизни. Прости, пожалуйста, я совсем забыла, у меня же с датой беда. Да. И на мою статью дали положительные рецензии профессор Нофлер и Шервуд. Ух ты! Я тебя поздравляю! Да, они высоко оценили мою работу и, внимание, они отдельно упомянули твой метод, который я предложил использовать для психологического тестирования школьников. Особая благодарность профессору Морозби. Ну, я очень за тебя рада. Хоть твой метод и не помогает ловить преступников, но он хорошо работает на детях. Я хочу подать мою работу на грант Аушенбаха. Ясно. Что такое? Ты тоже хочешь принять участие в конкурсе? Да ладно, это... Так, все понятно. Если ты против, я готов не ссылаться на твою диссертацию. Да нет, ну почему? Данные устарели, статистика тоже. Материал расследования я все равно не смогу приобщить. Все ведь думают, что мой метод не работает, и я просто ткнула пальцем в небо и неправильно описала маньяка. Так, ну хватит уже думать об этом. Егор, да я не могла ошибиться. И, конечно же, Харитонов не маньяк, это очевидно. Ульяна, он же во всем сознался. Дело закрыто. Ну, какие тебе еще нужны доказательства? С его анамнезом, конечно, он во всем признался. Под давлением. Так, все, хватит, пожалуйста. Пора уже забыть об этом, как о страшном сне. Ладно. За нас. Это что такое? Была операция под прикрытием. А я-то думала, что участвую в каком-то реалити-шоу. Ну, когда это все закончится? Есть два варианта. Либо это закончится вместе с нашими отношениями, либо вместе с моей жизнью. А у меня, кстати, есть еще один вариант. Серьезно? Более чем. Вместе с твоей работой. Ты уже полгода обещаешь, что мы поедем отдыхать. Но ты же знаешь, что я не могу сейчас уехать. У нас масштабная операция. Это мой долг. Я хочу тебе напомнить, что у тебя перед кое-кем тоже есть долг. Готов его отдать немедленно. И последний раз, если не возьмешь отпуск. Твою ж мать, попадите. Майор, это ж моя заначка, честно заработанная. Твоя заначка лет на 5 тянет. Мы с тобой договаривались, майор, что я тебе точку сдам, и ты от меня отвяжешься, а? Ну правда, ну вчера шмонт был. Ну я свою часть сделки уже выполнил. А теперь у нас новая сделка. Ты мне вчера сдал каких-то дворовых гопников и мелких наркоманов. А мне нужен серьезный свидетель по делу Яновского. Майор. Где я тебе свидетеля-то сейчас найду, а? И так уже все знают, что я стучу. Ну, правда, я уже из дома боюсь выходить. У тебя 2 дня. Если не будет информации, я тебя закрою, ты еще долго никуда не выйдешь. Понял? Понял. Ульяна? Почему ты не на лекции? Лекция через 10 минут. Но она в другом здании. Мам, я успею. Я задержалась, я хотела... Хотела познакомиться с комиссией по гранту. Я не участвую в конкурсе. Я в курсе, очень рада.
Пожалуй, это лучшее твое решение за последнее время. Ты что, мне теперь всю жизнь будешь вспоминать ту мою неудачу? Тот твой провал, который чуть не стоил тебе жизни. Мама! Что, мама? Что, мама? Кира Валерьевна, приехали. Позже поговорим. Пойдем, Денис. Guten Tag. Willkommen, liebe Gäste. Здравствуй, Кир. Давид. Очень рад тебя видеть. Это же сам Аушенбах. В 90-е он эмигрировал в Вену и стал главным европейским специалистом по Иерусалимскому синдрому. Помешательство на религиозно-мистической почве. Да. Зачем ты приехал? Соскучился. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, Sie haben recht. Молодец, майор. Хорошо сработал. Сегодня пару человек раскололись на допросе. Картинка немного прояснилась, но этого недостаточно. Нужно накрыть их лабораторию. Роман Михайлович, иду по следу. Ну, хорошо. Чего хотел? В отпуск хочу съездить. Да ты что, Левин? Да не могу я тебя сейчас отпустить. У нас каждый день на счету. А вдруг в твое отсутствие придет новая информация по Яновскому? А потом я уже все ведомства подключил. Нет, сейчас надо землю рыть. Да мы полгода роем, Роман Михайлович. Еще лет 10 рыть будем. Ну, а как же народная мудрость? Терпение и труд все перетрут. Раз. Из труда не вытащишь и рыбку из пруда. Два. Кончил дело, гуляй смело. Три. А как же... Работа не волк, в лес не убежит. Ладно. Давай так. Возьмем банду и поедешь на все четыре стороны праздновать свое повышение. Угу. Так точно. Ну вот. Тогда жду прорыва, товарищ ударник труда. Извините, мне нужно ответить. Не задерживаю. Соловьев, привет. Сколько лет, сколько зим. Соскучился? Да не то слово. Слушай, Левин, я тут по твоей просьбе мониторил ситуацию по Москве. И вот буквально вчера всплыло одно очень подозрительное дело. И тело? Не-не-не, тела нет. Девушка жива, она правда в коме. Значит, зовут Марина Мухина, студентка КИК. Мастерская анимации. Вот, она, прежде чем отключиться, рассказала свидетельнице... О человеке в маске и о бабочках. Бабочка хлономии? Ну вот, что не знаю, того не знаю. Надо в СВА уехать разбираться. А кто дело ведет? Сейчас. Капитан Калинин. Знакомая фамилия. Вы считаете, что Мухина жертва вашего зимнего маньяка? Ну это то дело закрыли. Меня ему признался, потом покончил с собой в психушке, так? В том деле было много нестыковок. Шефу оставалось пара месяцев до пенсии. Зачем ему висяки? Ага. Этому делу закрыли. Но парень мог залечь на дно до поры до времени. Да. Ладно, майор, спасибо. Завтра в САУ запрошу дела, будем разбираться. Всего доброго. Я хочу, чтобы вы подключили меня к расследованию. Но вы же теперь в наркоконтроле. Или там дел мало? А если дело Мухина как-то связано с зимней серией, то это мы без вашей помощи установим. Игнат Калинин ваш сын? А что? Мы встретились вчера с ним и с его дружками в наркопритоне. Сейчас он в КПЗ. Я могу его отпустить и не заводить дело, если вы подключите меня к расследованию. Заключений экспертов пока нет, но предварительно картина такая. Мухина выбежала из бункера, который кто-то поджег сразу после ДТП. На ее руках и ногах обнаружили следы от веревок.
На теле были какие-нибудь знаки, гематомы, следы сексуального насилия? Предварительный осмотр признаков изнасилования не выявил. Знаков точно никаких. А насчет гематом, после ДТП ее тела один большой синяк. А в бункере были бабочки или гусеницы? Да какие бабочки? Там все выгорело. Единственное, что мы обнаружили, тело молодой девушки с пулей в груди. Личность не установлена. Пистолет? Нет, преступник, вероятно, забрал его с собой. Судя по найденным следам крови, он преследовал жертву, но как только она выскочила на трассу, он вернулся в бункер, поджег его и скрылся на машине. Мы сейчас пытаемся вычислить его по камерам. Есть еще что-нибудь? Да, есть. Протокол допроса водителя, сбившего Мухину, и свидетелей ДТП. Никита Черепанов? Успешный бизнесмен в сфере IT. Очень переживает, но в ДТП не виноват. Девушка выскочила прямо ему под колеса, это подтвердили все очевидцы. Родственников Мухины нашли? Да, сегодня мы ездили к ней домой, беседовали с сестрой. Родителей у девочки давно нет. Лидия Мухина показала, что Марина пропала неделю назад. Дома было что-то интересное? Да нет, мы забрали блокнот и папки с эскизами. Так, ерунда. У меня есть толковый консультант по рисункам. В этих рисунках может быть гораздо больше, чем мы все думаем. Ты что, совсем не рада меня видеть, да? Не говори глупости. Конечно, рада, но мог бы предупредить. О, я же хотел сделать тебе сюрприз. Ты знаешь, как я люблю сюрпризы. Особенно на работе. А я тебя что, компрометирую, что ли, перед коллегами, а? Не смешно, Давид. Ты знаешь, я... Да, да. Подожди. Я дорожу нашими отношениями, но я уже не верю в сказки. На протяжении 20 лет мы каждый год встречаемся по нескольку раз на конференциях и доставляем друг другу удовольствие, и все. Я считаю, что наш роман не должен выходить за эти рамки. Это почему? Ну, потому что у тебя и у меня есть имя, репутация и обязанности. У тебя фонд и семья, а у меня кафедра и дочь. А ты ей так ничего о нас и не рассказала, а? Да нет, я не собираюсь. Мне хватило того, что случилось, когда мы разводились с Синицыным. Ульяна ничего не должна знать, понятно? Она взрослая женщина. Ну какая она женщина? Да. Ребенок. Ребенок. Дети, они, знаешь, чувствуют, где правда. Я надеюсь, ты не собираешься открыть ей глаза? Я смею напомнить, что я никогда не вмешивалась в твою личную жизнь. Никогда. Да. Я тебе не сказал. 2 месяца назад Реджина умерла. Я не смог тебе написать. Для меня это было слишком больно. Господи, Давид. Да. Прости. Ну что ты? Мне очень жаль. Это жизнь. Да. Понял. Спасибо. Игната везут домой. Спасибо, майор. Я твой должник. Да ничего ты мне не должен. Как же ты так сына-то упустил? Да как? С нашей работы, сам понимаешь. Ну да. Представляю. Ого! Вот в такую бабочку превращается гусеница ланомии, которая стала причиной смерти жертв зимней серии. Значит, кто-то продолжает разводить этих тварей. Уверен? Абсолютно. А ну стой! Стоять!
не трогайте живого человека! Я сказал, стоять! Куда я утром видел над лесом дым? Но то, что там бункер, я об этом не знал. А сегодня, ну, решил посмотреть, что же там произошло. А вообще в ту сторону в лес я не хожу. Почему? А потому что там по ночам, под ночь, один тип появляется на черном джипе и таскает что-то туда-сюда. А еще я слышал стоны, всхлипы. А этот тип, когда подъезжает, там возле просеки машину оставляет и в лес. А я за ним не иду, потому что страшно. Нам же как лучше, чтобы нас не заметили. Вот так. Как он выглядел? Высокий, в черном, с капюшоном. В толстовке? Да. И лицо такое каменное, страшное. Сразу видно, плохой человек. Ты же говоришь, темно было. Как же ты лицо разглядел? А позавчера днем я его здесь у свалки срисовал. Он меня не видел, а он вот мешок выбрасывал. Туда? Да, вот, вот, синий. Во, видите? Можно я пойду уже, а? Ты не спеши, Иннокентий, не спеши. Федя я. Вот, не спеши, Федя. Есть у меня к тебе еще один вопрос. Так я же вам все сказал. Недалеко от трассы обнаружили следы от мотоцикла, а вот сам мотоцикл не нашли. Ты случайно не знаешь, где он? Я его случайно нашел в чаще. Смотрю, стоит ничейный, бесхозный, никому не нужный. Ржавеет. Ну, я решил взять над ним шефство. Ну, проехал немного по трассе, ну, чтоб собаки след не взяли. Все ясно. Капитан, вызывай экспертов. Пусть проверят на отпечатки пальцев мусорный пакет и составят фоторобот. У меня есть свидетель, который сможет опознать преступника. Синичка! Левин! Какая красота! А шикарно ты выглядишь! Ты как здесь? Почему не позвонил? Решил тебе сюрприз сделать. Ты что, не рад меня видеть? А должна? Познакомьтесь, это Игорь Левин. Я помню. А это Егор. Мой коллега. Жених. А, тот парень с фотографией. Что, простите? В смысле, поздравляю. Мне нужна ваша консультация, Ульяна Игоревна. Много времени это не займет. Вы не против? Ясно так. Мне вас подождать? Егор, а можешь провести первую пару, ко второй я подойду? Ну, я к первой не готов. Пожалуйста. А, хорошо, до свидания. И вам. У твоего эффектного и, как обычно, несвоевременного появления есть веские причины, я надеюсь. Мое эффектное появление зимой спасло тебе жизнь. А, то есть ты приехал, чтобы мне об этом напомнить. Ну, спасибо. Этот человек напал на тебя зимой. Да, я его узнала, несмотря на то, что видела его мельком. Удалось установить его личность? Да, это Петр Плешенко по кличке Рыба. В прошлом грабитель-рецидивист. Его отпечатки были найдены неподалеку от сгоревшего бункера. Получается, я была права. Харитонов не маньяк. Сколько раз я тебе об этом говорила? Говорила. Ты должна мне помочь. Я должна тебе помочь? Игорь, я много раз говорила, что преступник на свободе, и Харитонов не маньяк. Что ты на это мне отвечал? Что мой метод ни хрена не работает. А сейчас вот так ты просто заявляешься и говоришь, ты должна мне помочь. Синичка, ну прости меня, я был неправ. Но могут быть новые жертвы, нам нужно его остановить. Это блокнот и рисунки Марины Мухиной. Это я забрал у следователя, который дело ведет. Ей удалось сбежать от маньяка, но она в коме, мы не можем ее допросить. Почерк округлый, некрупный, бисерный. Амплитудность небольшая, большое расстояние между словами отсутствует. Конечный штрих, что может говорить об отсутствии интереса к коммуникации. Но здесь так много рисунков.
Мне, конечно, нужно больше времени, чтобы составить подробный психологический портрет. На первый взгляд могу сказать, что девушка яркий тип творческой личности, инфантильная, мечтательная. Я думаю, что она одинока. Скажи, а есть что-то общее с жертвами зимней серии? Да, конечно. В ключевых моментах есть яркие совпадения. У девушки был стержень, при этом она была робкой, застенчивой, романтичной. Я думаю, что у нее не было опыта в любовных отношениях. Девственница? Ну, судя по некоторым рисункам, да. Еще я могу выделить вот эти три мужских портрета. Они сильно отличаются от всех остальных. Они лучше прорисованы. Выделена область глаз и носа, нос как символ мужской сексуальности. Но явно девушка испытывала к этому мужчине неплатонические чувства. А известно, кто это? Нет, но нам предстоит это выяснить. Прошу. Я после разговора с вашими сразу к ней поехала. Она уже того. Что того? Марина умерла? Умерла 2 часа назад. Что ж делать теперь? А что ж вы сразу не позвонили в полицию, когда она пропала? Так я к приятелю поехала. А потом, как вернулась, стал ей звонить, и она недоступна. Она все время трубку с меня не брала, сторонилась. Ну, я думала, может, она отдыхать поехала или еще чего. Чего сразу ментов-то вызывать? Ой. Скажите, вам знаком этот человек? Нет. Откуда? Маринка все время кого-то рисовала. Халтурила, а мне ничего не говорил. А это что за женщина? Она вам знакома? Нет. Ой, вы знаете, а я пару раз слыхала, как она с какой-то Дарьей Михайловной разговаривала. Может, это она, Дарья? А молодой человек у нее был? Ну, или, может, кто-то из однокурсников в гости заходил? Ой, ну что вы! Какой молодой человек! Она же у меня то на одной работе, то на другой, еще на учебу успевала. Это что ж получается, ее нет? Ой! Капитан, моя свидетельница опознала рыбу. Прекрасно. Нужны официальные показания. Я тебе пришлю сейчас 2 портрета Мухиной, нужно пробить по всем базам и попробовать определить личности людей с портретов. Про мужчину ничего не известно, женщину зовут... Дарья Михайловна. А фамилия у твоей Дарьи есть? И вообще, откуда информация? Я только что был дома у Мухиной и... Левин, ты с ума сошел? Мы же договорились без самодеятельности. Ты не имеешь права проводить расследование. Что ж ты сейчас достанешь, я не смогу приобщить к делу. Плавали, знаем. Есть новости по байку? Есть. Только что был у нас его владелец. Ярослав Громов, по кличке Гун. У него тату-салон в Перово. Говорит, что одолжил байк своей знакомой. Некой Алине. Алине? Это уже интересно. Скинь мне, пожалуйста, координаты этого Гуна. На связи. Наведусь к Гунну, пока Калинин ищет Лишенко, Дарью и того парня с портретом. Подожди, а я как же? Подброшу тебя в институт хотя бы 4-й паре. Что? Ну, чтобы твой мужчина с обложки не умер от горя. Значит, вообще ничего не изменилось? Постоянство – признак мастерства. Шучу, конечно. Без тебя никуда. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ярослав? Чем могу помочь? Хочу набить тату. Вы определились, какое? Да. Синицу. Эскиз есть? Нет. Хорошо. Сейчас накидаю пару вариантов. Вас нам посоветовала ваша близкая подруга Алина Елена.
Я ее плохо знал. То есть вы отдали мотоцикл девушке, которую вы плохо знали? Я все уже сказал полиции. Выход там. А вы нас извините, пожалуйста. Дело в том, что нам нужна ваша помощь. Моя подруга Марина попала под машину. Недалеко от места аварии нашли ваш мотоцикл. Известно, что ее последними словами было, что Алина ее спасла. Нам очень нужно найти Алину, чтобы понять, что произошло. Я вас очень прошу. Пожалуйста. Последний раз мы виделись позавчера утром. Так. Она просто попросила мой байк. Сказала, не спрашивает ли для чего. Ни я, ни дядя не знаем, где она находится. Ваш дядя? Да. Она жила у него. А можно узнать его адрес? Может, он что-то сможет рассказать? Спасибо вам огромное. Вы нам очень помогли. Я уже не знала, что делать. Он работает в железнодорожном депо недалеко от дома. Спасибо. А вот мой телефон. Меня зовут Ульяна. Если что, вы тоже можете мне позвонить. Мало ли, вы что-то вспомните. Это очень для нас важно. Лена, пожалуйста, найдите Алину. Какая здесь тишина. Да, ни души. Так, ну и куда вы прете без приглашения? Здравствуйте. Здрасте, приехали. Мне Ярик звонил насчет вас. Сопля бесхребетная. Напрасно прокатились, молодые люди. Мне вам рассказать нечего. Иван Ильич, ну неужели вам самому не интересно, где Алина? Это Алина попросила меня никому про нее не рассказывать. И я дал слово. И я его сдержу. То есть для вас важнее сдержать слово или спасти жизнь девушки? Я нашел ее на рельсах зимой, без сознания. Вся в синяках. На руках, ногах обрывки веревки. Бредил что-то. Ну и я сразу понял, что она пережила что-то страшное. Алин, дочка, в больницу тебе надо. Господи, кто ж с тобой сотворил-то такое? Не отвечаешь. Слушай, девочка, а полицию почему обратиться не хочешь? А? В полиции у них все схвачено. Они легко меня найдут. Дядя Ваня, я умоляю вас, пожалуйста, никому не говорите обо мне. Она вообще напрочь отказывалась рассказывать о том, что произошло. Боялась, что ее найдут. Из дома даже не выходила. И что, она все это время дома просидела? Ну да. Славная девчонка оказалась. Ну, как поправилась немного. Ну, что читала, телевизор смотрела. Кроссворды любила разгадывать. Только молчала все время. Со мной практически не общалась. Скрытная была очень. Чего рисуешь? Вот чайку давай попей. На трак целебный. Да, и заметил я, что рисовала она все время одно и то же. Ну, у меня же журнал-то эти с ее рисунками сохранились. Я сейчас принесу. Вот. Спасибо. Ну, а потом Ярик ей подарил телефон с интернетом. Она уже по нему там смотрела, что-то читала. Выписывал что-то. Я, правда, не знаю, что. А потом вдруг карту меня попросила. Что уж она там искала, я не знаю. А вот 3 недели назад вдруг сорвалась и ни с того ни с сего съехала с дома. И куда же она могла съехать, если у нее ни документов, ни денег? А, ну деньги ей Ярик подарил. Она у нее пару раз ночевала. Да, 2 недели назад приехала, сказала, что устроилась вроде официанткой работать в кафе какое-то на окраине Москвы. Она поехала в город, устроилась там на работу, она перестала бояться, что ее найдут? Не знаю. Она вообще в последний приезд была какая-то странная. Все благодарила меня за то добро, что я для нее сделал.
Иван Ильич, у вас остались какие-нибудь вещи Алины? Ну, да. Заколка какая-то старая, кофта. А вам зачем? Для ДНК-экспертизы. Подождите. Ведь вы сюда... Мы же сюда не искать ее приехали. Мы ее нашли. Мертвую. Это еще неизвестно. Коль, мне нужна твоя помощь. Подними дело о пропавшей гимнастке Алине Елиной. И пробей все контакты Петра Перешенко. Досье я тебе на него сейчас пришлю. Да, спасибо, жду. Я думаю, что в бункере все-таки нашли Алину. Вот, посмотри. Эта маска похожа на ту, в которой напал на меня рыба. Ну, сейчас эксперты заберут у Юркевича вещи на ДНК-тест, и уже наверняка все будет ясно. Но почему она целых полгода скрывалась? Родственников не навещала, в полицию не обращалась. Я думаю, что Юркевич прав. Она знала, что ее ищут. И поэтому, если бы она обратилась в полицию или к родственникам, ее бы сразу нашли. А зачем она тогда поехала в бункер, прямо в лапы к маньяку? Видимо, решила наказать своих мучителей самостоятельно. Наказать через полгода? Будем думать над этим. Ну что, Ульяна Игоревна, я очень был рад с вами сегодня поработать. Это взаимно. Дай 5. Отличная у нас команда. Я с удовольствием сегодня вспомнил наши старые добрые времена. Если тебе еще понадобится моя консультация, я всегда готова. Да мне кажется, я и так слишком много времени у тебя выпил. Мне пора. Спокойной ночи. Ты сказала, что приедешь ко второй паре, а пропала на целый день. Я еле договорился с деканатом. В чем дело? Выяснилось, что зимой взяли не того человека, а настоящий маньяк на свободе. И? И я согласилась продолжить расследование. Стоп, какое расследование? Ты что, забыла, что тебя прошлой зимой чуть не убили? Я категорически против. И к тому же мне нужна твоя помощь с грантом. Извини, я не смогу тебе помочь. Мне нужно самой оформить кучу бумаг. Каких? Я решила принять участие в конкурсе фонда Ушенбаха. Сегодня выяснилось, что мой метод работает не только на школьниках. Воронцова совсем обнаглела. В открытую флиртую с режиссером на глазах у всей труппы. А тот так на нее запал, что собственных косяков не замечает. Накануне премьеры, блин. Как интересно. А кто такая Воронцова? Моя партнерша в спектакле. Левин, ты хоть слово слышишь из того, что я тебе говорю? Что с тобой? Соня, извини. Но мне пришлось вернуться к делу, которое расследовал зимой. Не поняла. А чей это телефон?
Доброе утро. Любимая, с днем рождения. Ой, да не надо было, какая прелесть. Спасибо. Ну, как это не надо? Я хочу, чтобы этот день стал самым лучшим в этом году. Кстати, я набрался смелости и приготовил для тебя сегодня вечером небольшой сюрприз в ресторане. Какой сюрприз? Ты же сюрприз. Да. А что ты ищешь? Телефон не могу найти, не видел. А в спальне смотрела? Да, все перерыла, там нет. Дай мне свой. Чего? Давай, набери. Что? Меня. А. О. Все, я поняла. Значит, вы опять вместе работаете. Ты же говорил, что она все завалила. Но выяснилось, что она была права. Ну, наконец-то. Игорь, привет. Я... С днем рождения. Спасибо. Я, значит, телефон, получается, у тебя в машине выронила. А я уже думала, что я его потеряла. Отличные блины. Это сырники. Какие блины? Левин, подожди! Ты можешь мне все объяснить? Ульяна, мы с тобой договорились быть открытыми и честными друг с другом. Но твое сотрудничество с Левиным заставляет меня думать, что... Послушай, я просто случайно выронила телефон в его машине. Случайно. Но он мне его привез. Угу. Сейчас побежишь за ним, как собачонка. Прекрати. Я засекаю время. Ну, наконец-то. Поздравляю тебя с днем рождения, Синечка. Летай высоко, чирик и радостно. Левин, тебе не приходило в голову? Тебе не приходило в голову, что твое острое желание быть в центре внимания обусловлено демонстративной акцентуацией? Это может ранить окружающих людей. Вообще-то на поздравление принято отвечать спасибо. Спасибо. Или ты про своего профессора? Это вообще не твое дело. Кстати, о деле. Пришли результаты ДНК-экспертизы. Как мы и предполагали, в бункере действительно погибла Алина Елена. Я сейчас еду к Соловьеву, у него есть новая информация по Перешенко. Поехали. Да. Егор, прости, но у меня ведь сегодня день рождения. Угу. Поставь, пожалуйста, цветы в вазу. В 18:30 встретимся в ресторане. Для меня это очень важно. Ты же знаешь? Привет. Ульян, я глазам не верю. Привет, Соловей. Привет. Ты хорошо без очков? Линзы, да. А ты классно выглядишь, очень... Спасибо. Так, закрой свой гештальт. Что у тебя? О, какие мы серьезные-то. Ладно. У меня копии документов. На, держи. Только ты ими сильно не свети, а то мне кранты, ну, если увидит, понимаешь. Не переживай. Сегодня официально из СВАУ придет запрос. Я просто немного их опережаю. А, ну, хорошо. Слушай, не надо было нам, конечно, тогда это дело закрывать. У нас не было выбора, если ты помнишь. Золотарев на нас надавил, ему не нужны были висяки перед пенсией. Ну да, ты так быстро сдался. Ты не смогла составить фоторобот нападавшего. И к тому же кровь Харитонова обнаружена у тебя в квартире. Это не говоря о том, что была найдена его переписка с убитыми девушками на планшете и гусеницы. Все и так понимали, что его подставили. Эту версию я тоже попытался проработать, но Золотарев подписал рапорт о моем переводе в наркоконтроль. И мне ничего не оставалось, как согласиться, потому что этого перевода я ждал 4 месяца. Потому что тебе так же, как Георгию Петровичу, было проще закрыть на неудобные факты глаза. Ребят, все брейк, правда. Мне очень мало времени просто. И я, походу, знаю, кто мог подставить Харитонова. Кто? Петр Пелешенко 10 лет наблюдался в психдиспансере в Твери, и его лечащим врачом был Сергей Петрович Богданов. Психиатр нашего Харитонова. Только это, главное, еще не все. У нашего психиатра за полгода появился шикарный коттедж и дорогущее авто. За полгода. Ого. Ага. Так значит, ему заплатили за то, что он подставил Харитонова? Точно. Адрес у тебя есть? Высылай, лови. Отлично. Это недалеко. Поехали, Синечка. Угу. Да. Спасибо тебе большое. Соскучился по нашей команде. Да.
такими скучают. А я скучаю. Леви, ну почему ты опять без меня ушел? Что такое? Егор, погоди. Кира Валерьевна, профессор. Мне сказали, что ты опять заменяешь Ульяну, а почему не согласовали со мной? Я поздравляю вас с днем рождения вашей дочери, Кира Валерьевна. Спасибо. Держите, пожалуйста. Что у вас происходит, Егор? Ну, Ульяна готовится к подаче документов на грант. И поэтому она пропускает мои семинары. Я надеюсь, что ты будешь положительно влиять на нее. Я думаю, вы тоже можете повлиять на нее, Кира Валерьевна. Сегодня вечером в 7 часов тут неподалеку мы собираемся в ресторане, и у вас будет целый вечер для этого, если, конечно, Ульяна перейдет. Странное приглашение. Мы будем очень рады видеть вас и вас, профессор. Благодарю. Простите, мне пора. Я надеюсь, ты не пойдешь? Почему же? Я буду счастлив познакомиться со своей дочерью. Нет, это не педагогично. Ульяна – претендент на грант. Все подумают, что я специально приволокла тебя на день рождения, чтобы увеличить шансы на победу. А, ты видишь, шансы все-таки есть. А ты говорила, не веришь в ее метод. Да не верю я в ее метод, просто люблю свою дочь. Угу. И я хочу уберечь ее от ошибок и разочарований. Вот и все. Ого! В казенной психушке на такой домик не заработаешь. Надо было еще зимой взять его в разработку. Богданов – профессиональный психиатр. Может контролировать поведенческие и личностные проявления. Даже я ничего не заподозрила. Вот слушаю тебя и понимаю, как я соскучился. Как будто любимую пластинку включили. Это комплимент? Считай, что да. Ты же именинница сегодня. А я думала, тебе нравится меня слушать. Нравится. Прости, что дернул тебя с работы и от профессора. Да ничего, вообще-то это было мое решение, потому что я хочу поставить точку в этом деле, тем более мне нужны статистические данные для моей докторской. А я думала, что тебе нравится быть моим личным консультантом. Ну, конечно. Мне очень нравится. Ой, здравствуйте. А, какая приятная неожиданность. Чем обязан? Прошу, проходите. Вот, семью отправил на море, сам здесь кручусь, верчусь. Ремонт нельзя закончить, можно только остановить. Прошу. Да, вы неплохо устроились. Я вот тоже о доме мечтаю. Но на такой я, наверное, за всю жизнь не заработаю. Да, дом – это затратная статья. Полжизни на него копил. Ну и, конечно, частная практика помогает. Прошу, садитесь. Чем обязан? Сергей Петрович, мы пришли поговорить по поводу еще одного вашего пациента. Так, это становится традицией. Надеюсь, он не окажется маньяком. Да. До сих пор себя виню в том, что случилось с Олегом Харитоновым. Я не распознал, как прогрессирует болезнь, и не думал, что он будет так опасен. Что вы можете сказать о Петре Пелешенко? Пелешенко? Он наблюдался у вас 10 лет назад в Твери. Нет, не помню такого. Вот его фото. Вы должны его помнить. Очень колоритный персонаж. Я же сказал, я не помню его. Позвольте. У него в анамнезе расстройство коммуникации и аутическая психопатия, а также нарушение речевого развития. Поэтому в тюрьме его прозвали Рыбой. Я же сказал вам, я его не помню. У меня было столько пациентов, имя им легион. На вашем месте я бы постарался вспомнить. Так. Так. Судя по вашему тону, вы меня в чем-то подозреваете. Нас настораживает тот факт, что двое ваших пациентов из разных городов оказались связаны с одним и тем же делом. Ну, а я здесь при чем? Это мы скоро установим.
Есть проблема. Жуть. А вот протокол допроса Богданова по поводу Харитонова. Нужно установить за ним слежку. Основания маловато, но я попробую. Что по портретам? Мы изучили перемещение Мухина по геотегам ее смартфона за последние 3 месяца. Основные объекты – дом, институт, затем друзья и более 50 мест, где она подрабатывала. Нашли мы одну Дарью Михайловну. Она владеет домом в Барвихе на Изумрудной, 8. Вот информация по ней. Запросили ее паспортные данные, фото совпадает с твоим портретом. Молодец, Синечка. Что нам о ней известно? Дарья Адаевская, 45 лет, разведена. Неофициально содержит элитное агентство знакомств. Собираюсь к ней на разговор. Поедешь? Да, Калинин слушает. Понял. Звонили из Красногорска в районе СНТ-Опалиха. Видели мужчину, похожего на Пелешенко. Поехали. Рад знакомству. Взаимно. Давай. Так, а откуда вы про меня узнали? А, Игорь Андреевич. Игорь Андреевич. Один мой приятель, приезжал ко мне и рассказывал о ваших красивых девушках так, что я не смог удержаться и приехал к вам. А как имя приятеля? Ой, вы знаете, у меня такая плохая память на имена. Антон Синельников. Жаль Антона. Угу. Слышал, у него какие-то... с законом проблемы, даже до суда дошло. Да. А какой тип вас интересует? Мне нравятся брюнетки, кореглазые. Можно даже сказать, высокие, начитанные, интеллигентные. Любопытные. Заканчивается все обычно глупыми силиконовыми блондинками. Я не особо вас поняла, но у меня есть варианты, которые способны удовлетворить любой вкус. Пойдемте. Сам пришел. А где рыба? Некоторые недоброжелатели называют меня сводней, но я сваха в высоком классическом понимании этого слова. Да, я помогаю занятым людям найти себе пару. А что в этом плохого? И в отличие от сайтов знакомств, от тиндеров, я лично отвечаю за качество своей клиентуры, за качество ассортимента. Да, есть такие экзотические варианты. И благодаря этому созданные мною союзы крепки и обоюдовыгодны. Игорь Андреевич, ну вы же знаете, что у деловых людей нет времени на долгие ухаживания, а я помогаю найти идеальную пару. Вы абсолютно правы. Какой оригинальный портрет. Не поделитесь контактом, хочу тоже себе заказать. Да нет, боюсь, что нет. Писала молодая художница Марина Мухина. Моя протеже. Может быть, у вас есть фотография? Я люблю женщин творческих профессий. Но Марина не состоит в моем агентстве. Хотя ей многие интересовались. У нее есть какое-то очарование невинности. Я хотела, чтобы она завела новые знакомства. Пыталась устроить ее карьеру, ей помочь, но она ни в какую. Но ведь многие девушки делают карьеру через постель. Особенно это популярно в творческих кругах. Они ищут богатых покровителей. Да. Но Марина не такая. Всех дичится, не любит шумные компании. Один мой приятель попытался ее приручить, но
Бесполезно. Вот он, наверное, обломался. А как его зовут? Может быть, мы с ним знакомы? Конфиденциальность – мое золотое правило. Конечно. Я осмотрюсь. Я вас понимаю, вам необходимо глубокое погружение. Пойдемте. Сумка с вещами, немного денег, маска. Судя по описаниям Синицына, и та, в которой он преследовал своих жертв. Ну, шприцы с обезболивающим. Ну и беретта. Уверен, из него он убил Ярину? Да. Криминалисты в пути? Да. Так что я вас жду. Спасибо. Да. И все-таки блондинки. Прекрасный выбор. Я обзвоню девочек. Договоримся о времени. Оставьте свои визитки. Простите, я забыла визитки в машине. Я тогда завтра вам сама позвоню, и мы договоримся, когда будет удобно встретиться. Как раз учту план встреч Игоря Андреевича. Угу. Хорошо. Присоединитесь, чай, кофе, может быть, что-то покрепче. Нет, спасибо, мы уже на низком старте. Представляете, встретил вас еще своего знакомого. Как тесен мир. Мы с ним недавно отдыхали на одной веселой вечеринке. Да? И кто же это? Кто? Имя не помню, к сожалению. А, у меня же есть фотография его. О, это Вася Холодцов. А, да, да, да. Точно. Конечно. Ну, привет ему передавайте от меня большой. Хорошо. Всего вам доброго. Да, и вам всего хорошего. До свидания. До свидания. До скорой встречи. Левин, что это было? Василий Холодцов. Это тот человек из альбома Мухиной, на которого ты указала. Ну и что, ты увидел его фотографию на стене? Ты думаешь, это он Мухину пригласил на свидание? Я уверен. Я попрошу Калинина, чтобы он вызвал эту дамочку на официальный допрос. А тебя не смущает, что он Василий Холодцов? Инициалы не совпадают с УХ. Нисколько. У Пелешенко тоже ничего не соответствует. Тем не менее, отпечатки его пальцев вместе с кровью Мухиной были найдены недалеко от бункера. А может, УХ – это не инициалы? Я уже ничего не знаю. Я за последние полгода тонну работ пересмотрела по мировой символике и эзотерике. У меня просто нет других версий. Тебя зацепило это дело? Зацепило. Да, Егор, привет. Уля, почти 6, ты где? Я буду минут через 15. Задерживаюсь. Хорошо, угу. До встречи. До встречи. Ты же подбросишь меня до ресторана в честь дня рождения? Насчет 15 минут ты соврала профессору. Потому что мы находимся за городом, и ехать нам очень-очень долго. А так, конечно, подвезу. Прошу. Спасибо. Я наперед расскажу тебе, что будет, если ты не уйдешь. Ты... А что мне делать в этой сцене? Ты просто стоишь? Ты просто стоишь, ты, ну, ты выше этого всего. Выше? Да. А можно мне тогда стул, я встану на него и буду выше всех? Воронцова, ты совсем обнаглела? Кирилл, ты можешь как-то привести чувство свою... Очень хорошая идея. Стул, пожалуйста.
Ты понимаешь, что это отвлечет внимание зрителей от моего монолога? Какие могут быть изменения накануне премьеры? А можно еще стул? Кирилл, а ты не забыл, кто пригласил тебя в этот проект? Заканчивай уже думать тем, что у тебя ниже пояса. У меня была масса других предложений. Я только по дружбе согласился поддержать твое безнадежное шапито. Прячь свои коготки и марш на сцену, с которой я, между прочим, тебя не отпускал. Мы готовы. Кирилл, мы готовы? Сейчас звезда соберется. Начали. Как я рад, Егор, что ты наконец вытащил меня сюда. Спасибо. А Кира приедет? Неизвестно. На ней сейчас все хлопоты по гранту Аушенбаха. Аушенбаха? Да. А вы что, знакомы? Он, кстати, сейчас в Москве. Так, Егор, срочно. Срочно вызови для меня такси. Но Ульяна, она сейчас приедет. Успела. Здравствуйте. Какой сюрприз. Прошу всех к столу. О, какой улов Воронцова. Нашла богатого папика? Завидуешь? Так я не против. Тебе это прибавит еще несколько лет, и я на твоем фоне буду выглядеть еще лучше. Воронцова, жизнь молодых неопытных старлеток очень переменчива. Ну что же, невероятно рад, что вы пригласили меня на ваш праздник, Яна. Давайте поднимем бокалы за вас, за этот чудесный вечер. Да уж, чудеснее не бывает. Игорь, держи себя в руках. А я бы хотел поднять бокал за тебя, Кира. За мать моей замечательной дочери, за мою самую любимую женщину и за нашу семью, которой нет, и за вас. Мой дорогой профессор Аушенбах. Да. Давайте. Профессор, я бы хотел спросить у вас, а были ли в вашей практике случаи иерусалимского синдрома у детей? У детей, да, конечно. Были. Был у меня пациент, с детства считал себя мессией. Мать была религиозной фанатичкой. 3 года интенсивной терапии, и все, стал обычным человеком. 3 года? Да. Слава Богу, что я атеист. Но, к сожалению, ваш профиль коснулся и моей жизни. Игорь, может быть, мы не будем портить день рождения нашей дочери? А зачем надо было приглашать за этот стол человека, который разрушил нашу семью? Так, такси. Но... Пожалуйста, такси. Может быть... Папа, что происходит? Что здесь происходит, спроси у своей мамочки. Мама. Вы оставайтесь. Нет. Подождите, нет, давайте уйду я. Спасибо всем большое за этот вечер. Это был прекрасный день рождения. Не надо меня провожать, я хочу побыть одна. Привет, Синечка. Привет. Плотная штриховка, острые углы,
Дело совсем дрянь, да? Ты что, это по рисунку определил? Нет. Потому что ты уже выпил бутылку вина. Хотя в твоей зимней теории места алкоголя совсем не оставалось. Сегодня теория не работает. Ну, рассказывай, что стряслось. Ну, сегодня отличилась моя мама. Привела на мой день рождения своего любовника, от которого зависит мой грант, из-за которого развелись мои родители. С днем рождения, Сенечка. Классный денек. Папа ушел от нас другой женщине. Он просто взял их сейчас. Ни одного звонка. Мама очень переживала, болела. Он даже на похороны не приехал. Я его так ненавидел. И хотел, чтобы умер он, а не мама. Это тот человек, про которого ты говорил зимой? Угу. Ты посоветовала простить. Ну как, удалось? Нет. Спасибо. Я рада, что ты пришел. Подожди, Синечка, Ульяна, меня к тебе тянет, я ничего не могу с этим поделать. Прости. Я не могу так. Да, Соловьев. Привет, а ты где вообще? Я до тебя не могу дозвониться полдня. Да какая разница? Чего у тебя, Коля? Чего? Холодцова я нашел, чего? Он, у него яхт-клуб свой, и помощница сказала, что он завтра весь день там будет. Отлично. Уля, ну сколько можно? Почему просто нельзя взять трубку? Я не хочу разговаривать. Уля, ну прости меня за этот вечер, но я не думал, что так все... Егор, как все изменилось, да? Раньше ты меня вообще не замечал. Я за тобой бегала, как дура влюбленная. На все семинары, на все лекции, на все выступления. Ты у меня даже на стенке твоя фотография висела. Я тебя не понимаю. Ты жил? Хорошо. Делал карьеру. Ни забот, ни хлопот. Я тебе зачем нужна? Ну что ты от меня хочешь? Ты о чем? Я люблю тебя. Уля. Привет. Пепперони? Горячая. Прекрасно. Смерть фигуры. А с кем ты пил? С Сенечкой. У нее проблемы, надо было поговорить. То есть ты еще и психологом на полставки подрабатываешь? А на работе знают о твоей халтуре? Сонь, ну ты опять, тебе не надоело? А у меня к тебе тот же вопрос. К ней ты бежишь по первому требованию, а на мои проблемы тебе вообще наплевать.
Как ты? Что нового? Знаешь, послезавтра у меня премьера моего спектакля. Но ты, конечно же, будешь занят и не придешь, да? Почему же? Я приду, что бы ни случилось. Левин, ты понимаешь, что у меня тоже есть проблемы? У меня режиссер каждый день меняет рисунок роли. А сегодня вообще скажет, что я бездарность. Хотя деньги давали под меня в этот проект. Сонечка. Ты самая талантливая, самая красивая актриса. У тебя столько потрясающих ролей. И какая же твоя любимая? Ну, там, где ты такая эффектная. Эффектная? Тебе всегда будет кто-то или что-то важнее меня. А мне нужно подумать, хочу ли я жить так дальше. Сонь! Я сообщил всем, что ты сегодня на больничном. Я хочу, чтобы за этот день ты обдумала мои вчерашние слова. Я люблю тебя, и я счастлив, что мы вместе. Все документы к питчингу по гранту я подал. Соловьев нашел Холодцова, я собираюсь к нему. Сможешь подъехать в яхт-клуб через 2 часа? Адрес пришлю. Иди ко мне. Поговорить надо. Да тут лет на 7, не меньше. Садись, пиши. Что писать? Пиши заявление по собственному. Но я... 3 дня отгулов за свой счет. Хорошо живешь, Левин. Нет, я, конечно, считаю тебя ценным сотрудником. Но исчезать самовольно в самый разгар разработки крупной преступной группировки позволить не могу. Я вас понимаю, Роман Михайлович. Но открылось старое дело, серийный маньяк. Ну вот и переводись обратно в убойный. Там тебе самое место. У нас большая межведомственная операция. Все рассчитывают на твоего информатора. А ты вместо того, чтобы искать лабораторию, занялся каким-то старым расследованием. Дайте мне неделю. Информатор ненадежный, нужно действовать наверняка. У тебя есть 2 дня. 2. А иначе уволю к чертовой матери за самовольное оставление службы и за неподчинение приказу старшего по званию. Все! Есть. Твое время вышло. Начальник, слушай, работа идет. Ну все нормально, малява будет вечером. Если завтра стрелки не будет, я тебя закрою. Ты что, охренел, что ли, начальник? По какой статье-то? Пакет на земле остался. Да я все твои закладки знаю. И всех твоих клиентов помню. Если будешь борзеть, статья моментально найдется. Понял? Ладно, начальник, не кипишуй. И жди звонка. Привет. Привет. Прости, я опоздал. У начальства был. Калинин звонил. Вчера был необычный вечер.
Игорь. Что сказал Калинин? Калинин сказал, у нас два трупа. Что? Богданов и Рыба. Богданова застрелили из пистолета, из которого убили Елену. А потом из этого же пистолета Рыба пустил себе пулю в лоб. Получается, что Рыба убил психиатра и покончил жизнь самоубийством? Не знаю. Мы не можем доказать, что не общались. Телефон Богданова пропал. Значит, два главных подозреваемых мертвы? Именно. Холодцов — это наша единственная надежда. Это его яхт-клуб. Ого. Ну, не бедный мужчина. Да, я думаю, что он мог позволить себе оплачивать услуги и Рыбы, и Богданова. Эксцентричный тип. А ты уверен, что он будет с нами разговаривать? Смотри. Вася, какие люди! Сколько лет, сколько зим! Я тебя знаю. Ну как же, Левин из Хабаровска. Мы встречались у Даши Адаевской. А, ну привет. Как бизнес? Бизнес хорошо, вот. В личной жизни не очень. Это моя помощница, Ульяна Голубкина. Здравствуйте. Здрасте. Пойдемте. Выбирай, что будешь. Я не пью, я на работе. Так вот, 3 недели назад я познакомился у Даши с одной интересной девушкой. Марина Мухина, может быть, ты помнишь? Прилетел, найти не могу. А Даша сказала, что ты с ней общался. Она пару раз меня рисовала. Хорошая была девчонка. Тонко чувствовала красоту. Почему была? Мы с ней договорились встретиться, она не пришла, телефон отключила и слилась куда-то. А у вас прекрасная линия плеч. Такое мягкое, податливое тело. А у вас великолепный профиль, Василий. Вас часто рисуют? Марина была первая. Я вообще больше люблю созерцать, чем позировать. А вы рисуете женщин? В каком-то смысле? Меня нарисуете? Я очень прошу. Не сегодня, не здесь. Я тебя найду. Конечно. Я буду ждать. Да, кстати, Рыба тебе привет передавал. Вы меня с кем-то путаете. До встречи, красотка. Ага. Мерзкий тип. Прям мурашки по всему телу. Посмотрим, как он заговорит на официальном допросе. Василий Николаевич, вам знакома эта девушка? Посмотрите внимательно на фотографию. Это Марина. Фамилию забыл. Мухина. Вы хорошо ее знали? Нет, мы едва были знакомы. А в чем, собственно, дело? Она что-то натворила? Нет, она проходит по одному делу, как пострадавшая. Когда и при каких обстоятельствах вы с ней познакомились? Честно говоря, я не припомню. А я вам напомню. Вы с ней встречались у вашей знакомой, Дарьи Адаевской. Да, я видел ее там несколько раз. Она рисовала портрет Даши и многих гостей пожеланий. Дарья показала, что вы с Мухиной
много разговаривали и даже пригласили ее на свидание. Это так. Вы были постоянным клиентом Ладоевской? Клиентом? У Даши гостеприимный дом. Что-то вроде клуба. Да? А по нашим данным, Адаевская сводила богатых бизнесменов с молодыми девушками. Не бесплатно, разумеется. Вы со сколькими девушками там познакомились? Я не помню. Наверное, 10-15 было. Разве это противозаконно? Это с какой стороны посмотреть? Вы продолжаете. Я внимательно слушаю. Мы должны были встретиться с Мариной в баре 15. В пятницу, на позапрошлой неделе. Как прошло свидание? Да никак, она не пришла. Куда вы отправились после клуба? Домой? Я не понимаю, вам-то какая разница? Меня в чем-то обвиняют? Где вы провели ночь с пятницы на субботу? А я остался в баре. Был, конечно, немного разочарован тем, что Марина меня продинамила. Сидор смешал мне несколько своих фирменных коктейлей. Сидор? Бармен. Он может это подтвердить? Ну, конечно. И еще несколько десятков человек. Я сидел у барной стойки, у всех на виду. Потом ко мне подсела девушка. Мы почувствовали взаимное влечение, симпатию. И поехали ко мне домой. Она пробыла до утра у меня. Вам дать ее контактик? Будьте добры. Из Москвы пока не уезжайте. Хорошо? А я и не собирался. Алиби Холодцова подтвердилось. Его алиби ничего не доказывает. Он мог спокойно сидеть в баре, пока Рыба по его указанию похищал мухи. Пока связь между Холодцовым и Рыбой не установлена. Есть пара телефонных звонков на номер Марины и пара СМС, когда она не пришла на свидание. Это ничего не доказывает. Он мог общаться с ней с компьютера или с другого номера. Нужно установить за ним слежку. У нас нет состава преступления. Суд не даст ордер. Левин, слушаю. С тобой готовы встретиться через час. Место не изменилось? Нет. Кира, мне очень жаль, что так получилось. Да я ведь ни в чем не виноват. Кристи, зря я скрывала от нее правду. Ну, ты не хотела разрушить свой идеальный имидж в ее глазах. Ну, признайся себе, ты же психолог. Мне тоже было непросто сказать сыновьям, что у меня в Москве другая женщина. Ну и зачем ты это сделал? Ну как это? Зачем? Сказал сыновьям зачем? Потому что... Здравствуйте. Здравствуйте, Ульяна. Она пришла все-таки. Пообещай, что будешь к ней объективен и беспристрастен. Я же сказал, победит сильнейший. До вечера. Здравствуйте. Ну что, начнем, да? Чаки. 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 Сидор здесь ходит. Чаки. Привет. А где человек Яновского? Клешни наверх! Он не придет, я за него. Вот и повидались, Игоряш. Руки! Напенок. Каким ветром занесло в столицу? А ты думал, я забуду, как ты в Питере из себя честного фраера лепил?
чтобы моего братана с бригадой отправить на зону челиться. Отомстить, значит, приехал. Сначала мы отрежем все лишнее, а потом по частям отправим твоему шефу. Пацаны, вы чем? Мы же на мокруху не договаривались. Вы же только обещали по зубам ему настучать. Беспонтовое радио. Пять минут полет нормальный. Мой метод может применяться в самых разных областях. От подбора персонала до составления подробного психологического портрета преступника или его жертвы. В декабре прошлого года я в качестве консультанта помогла полиции в расследовании серии убийств молодых девушек. Благодаря анализу спонтанной графической активности свидетелей и жертв удалось выйти на след преступника. Характерной особенностью серии было то, что маньяк клеймил своих жертв и вырезал на телах девушек сложные символы. Пожалуйста, первый слайд. Босс. Зачетная чикса, да, брат? Ну да. Заскочим к ней, а? Иди. Обязательно заскочим. Расскажем, где его по частям забирать. Вот факла, держи его! У него ствол! За ним, быстро! Я пришла к выводу, что преступник одержим собственной значимостью и маниакальной идеей превосходства над остальными людьми. Следующий, пожалуйста. Как вы видите, второй рисунок также это подтверждает. Преступник помещает свои инициалы ОХ на перевернутом кресте в том месте, где в христианском изобразительном каноне обычно присутствуют латинские буквы «Инри». Иисус Назарей – царь иудейский. Убийца считает себя избранным. Равным Богу. Спасибо. Дай мне телефон, Бегалов. Мне надо адвокату позвонить. Я свои права знаю. Я надеюсь, мы больше не встретимся. Я с этой фигней завяжу. Мы больше не будем, честное слово. Только отцу не говорите, пожалуйста. Позвоните родителям и скажите, что с вами все в порядке. Понял. Спасибо. Цел. Да, пару царапин. Информатор меня сдал. Это я уже понял. Твое питерское дело. Да. Неизвестно, как они меня нашли. Я не знаю, кто еще в курсе. С лаборатории придется все заново начинать. Я завтра подниму пару контактов. Так, так, так. Ты сбавь обороты. Скажи спасибо, что
цел остался. Я вывожу тебя из операции. Временно. Пока мы не поймем, каким образом питерские тебя вычислили. Кстати, ты в отпуск собирался? Собирался. Ну вот. Жизнь дала тебе второй шанс. Пользуйся. Ответь. Игорь, привет. Все в порядке? Да, папа. Я сегодня трубку не брал. Занят. Завтра приедешь? Да, завтра, как договаривались, буду. Ну, до встречи, сын. До встречи. Ну, как все прошло? Слушали вроде бы с интересом. Мало вопросов задавали. А у тебя как? Да. Тихо, спокойно. В моей работе нет таких захватывающих подробностей. Ну, без тебя бы у меня ничего не получилось. Я подумала над твоей запиской. И? Дома без тебя грозного Фрейд скучает. Прости, я была не права. Я забронировал столик в одном прекрасном месте. Есть повод? Мы отметим с тобой твой день рождения еще раз, дубль два. Без сюрпризов? Я обещаю. Привет. С премьерой тебя. Глазам своим не верю. Что случилось? Поздорил со старыми знакомыми. Привет, я Настя. Игорь. Конечно, в день моей премьеры могу быть как-то по-другому. Соня, я после спектакля все объясню. А после спектакля я не могу. Занята. Встреча со старым знакомым. Сочувствую. Извините. Задерживают на 20 минут. Ой, извините, пожалуйста. Ну, надо же. Сегодня я не твой день. Упал. Угу. Театр любишь? А ты? Актрис люблю. Соня Родионова в главной роли. Просто богиня. Такое тело. Еще увидимся. Куда пропал? Есть информация по Холодцову? Пожалуйста, перезвони. Все в порядке? Да. Мам звонил. А, ты ответила? Нет. Я не хочу ни с ней, ни с отцом разговаривать. Я не могу. Мне кажется, ты перегибаешь. Я перегибаю? Mm-hmm. Я всю жизнь была уверена, что это я виновата в их разводе. Что это я плохая, что я все не так делаю. Я не тем тоном с ней разговариваю. Я не стараюсь, я плохо учусь. Я все делаю не так. Когда я порезала руки, я вообще стала дочкой-неудачницей. А оказывается, это она сама во всем виновата. Теперь дело всей моей жизни зависит от решения ее любовника. Ну, это же в прошлом. Ульян. Я подумал над твоим вопросом и понял, что хочу одного. Прожить с тобой всю жизнь.
Ульяна. Выйдешь за меня замуж? Что? Егор, ты не слишком торопишь события? Два дня назад мы с тобой поссорились и чуть не расстались. Это как-то... Я не понял, ты мне сейчас отказываешь? Нет, ну что ты? Просто это... Я наперед тебе расскажу, что будет, если ты не уйдешь. Ты измучаешься, и все равно тебе некуда будет деваться от этой любви. Ты будешь что-то искать, сходиться, расходиться, и все равно. В один прекрасный день любовь придет и скажет. Ты мне должна. Плати по счету. Люби, пока любишь. Разлюбишь, уйдешь. Зато тебе не придется врать всю жизнь и проклинать себя за это. А то превратишься в такую, как я. Холодную, как собачий нос, который все равно, лишь бы не одной. Лишь бы дома не сидеть. Пустота внутри. Они нас с тобой врагами сделали. Ну ничего. Я свое тоже еще возьму. Люби! Любите! Браво! Браво! Слушай, я присмотрел одно замечательное место для нашей вечеринки, а медовый месяц мы можем провести во Вьетнаме. Там как раз в ноябре большие скидки. Как тебе такая идея? Ульяна, ты со мной? Все в порядке? Слушай, извини, мне нужно бежать. Что-то случилось? Пришла новая информация по делу. Нужно встретиться с одним человеком. С Левиным в наш вечер. Да нет, это свидетель. Очень важный. Я ненадолго. Пошла. Это самое важное. Где Соня? Куда-то вышла. Я тебя поздравляю. Я поздравляю вас. Поздравляю. Сейчас мы выйдем, да. Сейчас... А где Соня? Соня там. Извините, что напугал. Я не успел вам сообщение написать, телефон сел. Благодарю. Я надеюсь, мы с вами еще встретимся и не раз.
Посмотрим, я думаю, да. Хорошо, мне очень понравилось. Ты где была? Почему трубку не берешь? Знакомая ситуация. Соня, не до шуток, поехали домой. Левин, ты не видишь, я занята. Молодой человек, я могу вас попросить оставить Софью в покое? Все в порядке, она моя невеста, мне надо поговорить с ней. Левин, да как ты... Невеста? Да, я хочу, чтобы ты была со мной всю жизнь. Левин, это предложение? Типа того. В общем, после этого мы решили с дядей разобрать вещи Алины и нашли вот это. Это ее почерк? Да. А вы предполагаете, что такое парадиза и что означает Красный дом? Без понятия, поэтому я приехал к вам. Но, может быть, это поможет найти убийцу Алины? Да, возможно. Это очень запутанная история. Спасибо вам за информацию. Пожалуйста, держите меня в курсе. Пожалуйста. Важная информация по Алине Ельниной. Где ты? Что с тобой? Пожалуйста, не надо. Оскар, не надо, я тебя умоляю. Оскар, не надо. Ты сделала свой выбор не в мою пользу. Теперь мне нужно подумать, как быть дальше. Фрид, а Егор ушел? Привет, пап. Здравствуй, сын. Думал, что уже и не встретимся. Меня вчера чуть не убили. Был на встрече с информатором. Завязалась перестрелка. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Прости, что не отвечал на твои звонки. Ты делаешь мир лучше. Я горжусь тобой. Очень горжусь. И все эти годы я тобой гордился. Ты сядь и, пожалуйста, не перебивай меня. Доктор сказал, что мне недолго осталось. Ну, сердце – это такая штука.
сейчас я хочу сказать, что я люблю тебя. Я и думаю о тебе. Не слишком поздно ты задумался? Когда я ушел от вас, твоя мать запретила мне с тобой общаться. Мама умерла 20 лет назад. Она так и не смогла пережить, что нас бросила. Ну, я ничего не знал о ее болезни, ее смерти. Ну, а когда узнал, мне показалось, что уже ничего не изменить. Ты вырос. У тебя была своя жизнь. А у меня новая семья. Ты был мне нужен, папа. Ты прости меня, Игорь. Пока. Игорь! Я прошу вас ответственно подойти к этой работе. На сегодня все. Всем большое спасибо. Спасибо. Как же зовут? Ульяна, простите, мне нужно с вами поговорить. Нам с вами не о чем разговаривать, профессор. Но это очень важно. Я прошу прощения. Я за всю ту боль, которую я невольно причинил вам, я не знал. Я не знал, что вы пытались покончить с собой из-за развода родителей. Я не намерена сейчас это обсуждать. Ну, каждый из нас совершает ошибки, но у нас с вашей матерью, поверьте, с самого начала это было настоящее глубокое чувство. Извините, зачем вы сейчас мне это говорите? Мне пора. У меня есть к вам кое-что еще. Вы уверены, что ОХ – это инициалы маньяка? Татьяна Ивановна. Это прекрасно. Вы в полицию звонили? Да? Где наша звезда? Где наша звезда? Меня кто-то слышит? Она провалилась сквозь землю! Красовский, ты понимаешь, что твое протеже срывает нам премьеру? У нас нет второго состава. Ее нет дома со вчерашнего вечера. Телефон отключен. Мать будет звонить в полицию. Ну нет, это замечательно. Это прекрасно. Сейчас мы повторяем сцену Артема и Сони. Соня плывет на сцену. Сейчас они там разберутся. А звезда наша появится. Прошу. Вы знаете, лет 20 назад у меня был один пациент с очень тяжелым анамнезом. Ну, с детства его избивал отец, мать рано умерла, и он нашел отдушину в низкопробной эзотерике. Возомнил себя сверхчеловеком, таким новым Адамом. Его настольной книгой был магический фолиант «Опус Ксаверия». Оха. Ну да, переводится достаточно просто. Это дело Ксаверия, ее автор Ксаверий Наварский. В молодости он был доктором, поэтому он, наверное, зачастую изображает вот в этой маске чумного доктора. А мы встречали изображение этой маски несколько раз на рисунках девушки, которой удалось сбежать от маньяка. Любопытно. Так вот, он занимался черной магией, много путешествовал, вымогая богачей деньги в обмен на обещание, что они переродятся в сверхлюдей. Перерождение, как из гусеницы. Прекрасную бабочку. Можно сказать и так. В своих обрядах Ксаверий использовал ядовитых гусениц, которых он привез из Латинской Америки. Поэтому все его пациенты умирали. Ланомий? Да, после них остаются гематомы. И узнать истинную причину смерти того или иного богатого старика, жаждущего бессмертия, не представлялось возможным. Да, но жертвы нашего маньяка – это молодые, талантливые девушки. Да, и в этой же книге описывается еще один обряд создания сверхженщины, новой Лилит, идеальной подруги нового Адама. Ей может стать молодая девушка, которая выдержит изощренные пытки и которой яд этих гусениц не причинит вреда. Тот, кого вы ищете, наверняка читал эту книгу.
Ну, ее мог читать кто угодно. Да нет, нет. Опус Ксаверия существует в 3 экземплярах. Насколько мне известно, 2 из них находятся в частных коллекциях, а вот следы 3-го затерялись. Возможно, он в России. Найдете гримуар, найдете убийцу. Алло. Привет. Коля, мне нужно найти специалиста по европейским книгам 18 века. Я думаю, что Оха – это книга. Вот это да. Ищем букинистов, аукционистов, библиотеки, архивы с соответствующим отделом. Может быть, кто-то из экспертов уже сотрудничает с полицией? Ну, нас 3 назад консультировал один мужичок. Архивариус Ленинки, по-моему. По делу о краже старинных книг из библиотеки Юниона. Я тебе могу контакт его отправить? Хорошо, спасибо. До тебя, как обычно, не дозвониться. И, конечно же, именно тогда, когда ты больше всего нужен. А я думал, ты в театре. Спектакль отменили. Может, ты вообще расскажешь, что случилось? А почему отменили? Да потому что Воронцова не явилась. Не пришла на 2-й день после премьеры. Теперь судьба проекта вообще под вопросом. А я-то думала, вот, главная роль, впереди большое будущее. Ее искали? Конечно. Наши режиссеры и маман уже всю полицию на уши поставили. Но я уверена, что эта дура просто завалилась куда-то со своим папиком и сейчас валяется где-нибудь с этим отходником. Подожди, Настя вчера не вернулась домой? Угу. И телефон выключила. А что за папик? Без понятия. Я его ни разу не видела. Он написывал ей постоянно. Браслет дорогой подарил. Калинин? Возможно, у нас новая жертва. Левин, что случилось? Что вы ищете, прелестное создание? Здравствуйте, Альберт Соломонович. Я вам звонила. Мне нужна ваша консультация. Да, я очень рад знакомству с вами. А чем могу быть полезен? А, вы ищете редкую книгу? Не совсем. Я бы хотела бы продать редкую книгу. А, ну что ж, среди моих клиентов есть достойные люди, которые готовы заплатить за действительно ценные редкие издания. Каков ваш товар? Гримуар Ксаверия. Ой, то вы мошенник, милая моя. Я даже не хочу тратить на вас свое время. И не хочу спрашивать, откуда у вас эта книга, потому что у вас ее быть не может. Да, вы правы, у меня ее нет. Я представляю интересы продавца. А, ну, вот это уже интересно. Да, но почему Ирина Лазаревна решила ее продать? И не вышла на меня напрямую? Ну, а при чем здесь Ирина Лазаревна? Мой клиент – профессор из Вены. Он заверил меня, что это эксклюзивная книга. Откуда гримуар в России? Пусть это вас не волнует. Я гарантирую вам самую высокую цену за книгу вашего венца, если, конечно, она не поддельная. Блохина не будет трепать языком. С Ириной я договорюсь. Пойдемте, я жажду подробностей. Ой, я совсем забыла, мне же нужно позвонить. Я на минуту и к вам вернусь. Ну. Да. Алло, привет, слушай, ну я узнал, что тебе нужно было, да. А, значит,
Ирина Лазаревна Блохина, 78 лет, вдова известного книжного коллекционера. Сейчас проживает в Подмосковье, в доме престарелых. Спасибо тебе огромное. Тогда пришлешь мне адрес и телефон? Да, конечно, отправлю. Да, сейчас. Ульян! Мы, может, пообедаем с тобой как-нибудь? Ну, там вспомним старые времена. Ну, можно. Как-нибудь, да. Ой. Прости, у меня Левин на второй линии. До связи, ага. Игорь. Ну, наконец-то, я тебе звоню. Что случилось? Анастасия Воронцова. 21 год. Пропала вчера вечером. Последний раз ее видели на парковке после спектакля, где ее предположительно ждал в своей машине бизнесмен Василий Холодцов. Судя по записям с видеокамер, его машина выехала оттуда в 22:15. На парковочном месте был найден браслет Воронцовой. Холодцова нет ни дома, ни на работе. С момента исчезновения Воронцовой его никто не видел. На связь он ни с кем не выходил. Телефон не пилингуется. Мы ждем ордер на обыск его загородного дома и яхты. А я говорил, что нужно установить за ним наружное наблюдение. У нас не было оснований. К тому же вы с Синицыной мне все уши прожужжали, что нужно искать человека с инициалами ОХ. А Василий Холодцов не подходит под это описание. Да, мы, скорее всего, ошиблись, приняв ОХ за инициалы преступника. Возможно, это сокращенное название книги на латыни. ОХ, обыск Саверия. Я могу предположить, что преступник черпал в этой книге свое вдохновение. Там описан обряд пыток для создания сверхженщины новой Лилит. Книга? Угу. Где она? Два экземпляра находятся в Европе, один, предположительно, в России у некой Блохиной. Слушайте, ну это дурдом какой-то. У нас очередное похищение, мы толкуем про какую-то книгу, которую никто в глаза не видел. Нам нужны реальные зацепки. Вот еще. Возможно, это что-то прояснит. Вчера мне передал Громов. Было найдено в вещах Елены. Маска 1 Парадиза, маска 2 Красный дом. Парадиза. Почему ты раньше об этом не сказал? Я не могла на тебя дозвониться, у тебя телефон был вчера весь день выключен. Ну, Парадиза может быть чем угодно. Он от кинофильма до названия коктейля. И что это за Красный дом? А я думаю, что это место, куда рыба мог перевозить девушек из бункера к маске 2 для их ритуалов. Почему они перевозили своих жертв? Это же рискованно. Почему не убивали в бункере? Может быть, в бункере не было для этого условий. Нужно найти книгу. Я думаю, что там мы найдем ответы на все эти вопросы. У меня с самого начала в голове не укладывалось. Как Елена зимой прошла 20 километров от бункера до сторожки Юркевича? Я понимаю, что она спортсменка, но все-таки. У преступников было второе логово. Красный дом, который находится в районе ЖД. Она могла оттуда сбежать и увидеть это некое Парадиза. Макс, нужно проверить все, что подходит под это описание. Игорь, на этом направлении 1000 домов. Нужно искать Красный дом в сочетании с Парадиза, чем бы это ни было. У нас есть ордер на обыск яхты и дома Холодцова. Что, едем? Капитан. Изымайте. Немедленно экспертизу пусти еще среди крови ДНК. Веревки. Новые. Я думаю, они ни разу не использовались. Зачем ему столько веревок? Видимо, для этого. Все готово, отпечатки сняли. Отлично. Он фотографировал своих жертв перед тем, как убить? Девушки на фото расслабленные и спокойные. Такое ощущение, что они были связаны добровольно. Они могли не догадываться о его намерениях, либо он чем-то их накачал. Вообще, надо попробовать установить, есть ли на этих фотографиях кто-то из жертв зимней серии. Ну да. Мне кажется, ему просто нравилось их связывать. Он как будто рисует веревками по телам девушек. А по эскизам я вообще могу сказать, что я не вижу никакой патологии. Легкие плавные линии. Тела изображены схематично, пропорционально. Видите, что нет резких грубых линий? С нажимом, оборванных. Нет интенсивной штриховки. Ему нравилась эстетика,
общая эстетика позы и красота тела. В этом нет агрессии и жестокости. Ну что, выходит, Холодцов не наш парень. Ну... Или эскиз зарисовал кто-то другой. Соловьев. Да, Соловьев, что там у тебя? Значит, есть новая информация по Холодцову. Сейчас, подожди, я включу громкую связь, чтобы все слышали. Говори. Василий Холодцов стоит в закрытом интернет-сообществе поклонников Сибари. Это что такое? Японский бандаж, искусство художественного связывания. Имеет десятки тысяч поклонников по всему миру. Холодцов был известен под ником Мастер Оскар. Мастер Оскар? Это же Оскар Холодцов. Оха! Соловьев, ты герой дня. Если будет какая-то информация, звони. Игорь, ну... Оскар – это не настоящее его имя. Он Василий Холодцов. Нам нужно найти гримуар. В названии есть Оха. Опуск Саверия. Полгода назад ты также с уверенностью доказывал, что Оха – это инициалы нашего маньяка. А теперь ты делаешь выводы, основываясь на книге, которую ты в глаза не видел. Нам нужно найти владельца гримуара. Привет. Привет. Ты что, избегаешь меня? Да ты что? Нет, конечно. Последние дни столько дел навалилось. Завал. Когда будет решение по гранту? Послезавтра. Я сразу возвращаюсь в Вену. Угу. Отлично. Здрасте. Я очень рада была тебя увидеть вот так. Случайно. Ну что ж, теперь... До встречи в Лондоне на конференции в декабре. Я надеюсь, это произойдет гораздо раньше. Давид, ну мы договаривались. Подожди. Послушай меня. Я хочу, чтобы перестали прятаться ото всех. Я хочу, чтобы ты прилетела в Вену, остановилась у меня. Я хочу познакомить тебя с моими детьми, с моими друзьями, коллегами. Если хочешь, я делаю тебе официальное предложение. Кира. Давид, скажи, вот зачем нам это все нужно? Подожди, ты не ответила. Слушай, я видела вас с Ульяной вчера. Вы разговаривали. О чем? О чем? Ну, я извинился за все, что произошло, и подкинул ей пару идей по поводу ее расследования. И ты туда же. Что? Ну неужели никто из вас не понимает, что она рискует своей жизнью, ввязываясь в эту авантюру? Ну да, да, да. Она готова. Готова сделать все ради науки, ради тебя. Чтобы тебе доказать, что она чего-то стоит в этой жизни. Ты знаешь, я бы на твоем месте подумал, почему ты так относишься к дочери своей. Так, интересно, и как же я отношусь к дочери? Как? А ты неосознанно осуждаешь ее за то, что она сделала тогда, при вашем разводе с Игорем. И не говори глупости. Да, что она не дала нам быть вместе. Спасибо, милочка. Здравствуйте. Угощайтесь, пожалуйста. Благодарю. Спасибо, что согласились с нами встретиться, Ирина Лазаревна. Не за что. Здесь прекрасное условие, лучше и желать нельзя. Но все же тоска. А мне всегда приятно поговорить с новыми людьми. Итак, вы интересуетесь старинными книгами? Точнее, нас интересует одна специфическая книга, редкая, дорогая. Гримуар Ксаверия. И кто вам сказал, что она у меня есть? Альберт Фукс. Старый сплетник. Мы действительно давно ищем эту книгу и готовы за нее хорошо заплатить. Да. Судя по крошечному бриллиантику на пальце вашей жены, у вас, молодой человек, таких денег нет. Мы не женаты. Это вас не оправдывает. Бриллианты любовниц всегда должны быть в два раза больше, чем у жен. Подождите, а с чего вы вообще взяли, что между нами... У меня наметанный глаз, деточка. Я давно живу на этом свете. И зачем же вам понадобился гримуар?
Увлекаетесь эзотерикой или хотите вложить средства? Мы действительно хотели сделать выгодное вложение. Бриллианты – это банальность, а вот старинные редкие книги… Ну, ваша правда. У моего покойного мужа была большая коллекция старинных книг. Но когда он умер в 85-м году, мне пришлось многое продать, чтобы обеспечить себя. Но гримуар Ксаверия я сохранила. Книга по-прежнему у вас? Я верила ее заботам другого человека. То есть вы ее продали? Кому? Я ее завещала, как и все свое имущество. Видите ли, 3 года назад у меня диагностировали начало болезни Паркинсона. Потребовался уход, который я сама себе обеспечить не могла. И я заключила сделку. В обмен на пожизненное проживание в этом райском уголке я написала завещание. А можете назвать имя наследника? А это вас не касается. Ирина Лазаревна, мы преследуем опасного преступника. Назовите, пожалуйста, имя наследника. Мне очень жаль, молодой человек, но я обещала сохранить имя этого человека в тайне. Вы хотите, чтобы мы вызвали вас на допрос повесткой? Закон на моей стороне. Вы что-нибудь слышали о тайне завещания? До свидания. До свидания. Симпатичное колечко. Егор подарил? Да. Ну и славно. Я рад за вас. Спасибо. Ты знаешь... Левин. Да, Макс, какие новости? Обнаружили в районе мотель «Парадиза». Кафе с таким же названием. Ну, извини, секс-шоп. Проверяем все, что подходит под описание Красного дома. Мои ребята переписывают владельцев, беседуют... С соседями. Ну, а вас что, по книге нашли? Наша пиковая дама завещала ее кому-то в обмен на оплату дома престарелых. Имя назвать отказывается, ссылается на тайну завещания. Ну вот опять тупик. Ладно, будет информация, звони. Все, до связи. А что если этот наследник, это и есть маньяк? У нас есть реальный подозреваемый. Это Холодцов. Нравится тебе это или... Что? Я вспомнил, где я видел Воронцова. Левин! Ну! О, я вас ждала. Думала, вы раньше ко мне заедете. Ульяна, вы мне так и не перезвонили. Извините. Я бы хотел вот с ней встретиться. Кажется, это актриса Анастасия Воронцова. А, Настя. Ну, к сожалению... Она пропала, и вы не можете ей дозвониться. Верно. Я не знаю, где она. Ума не приложу. А я вам сейчас объясню. Ее похитил серийный маньяк. А свели ее с этим маньяком вы. Так же, как и покойную Марину Ильичу. Простите, я не понимаю, о чем вы говорите. Одни дневушки. Да лето-то какое было. Лето как лето. Ну? Хорошее лето. Да, домой пора. Ой, темнеет. Люд, а дай я тебя поцелую. Да ты че? Ну че ты? Ну, очень дел тогда, а? Ну поцелуй, а? Иди сюда. Оп. Настя идеально подходила ему как модель для его развлечений, но... Вася не мог убить, он не убийца. Почему? Он боится вида крови. На одной из вечеринок кто-то из гостей разбил бокал, порезал руку. Вася упал в обморок перед всеми. Он говорит, что это у него из детства. Мне кажется, вы выгораживаете вашего друга, потому что он платит вам деньги за девушек и за ваше молчание. Я говорю правду. Где сейчас находится Василий Холодцов? Я не знаю. Может быть, в своем яхт-клубе. Его там нет. Так же, как нет и дома. Я настоятельно вам рекомендую подумать хорошо, потому что я могу вас арестовать по 241 статье. Организация занятий проституцией. Ну, мы с ним не были так близко знакомы, чтобы я знала, где он находится. Однажды мы отдыхали с ним в закрытом загородном клубе на Новой Риге «Парадизо». Там
Может быть. Алло, Макс, срочно езжайте в клуб «Парадиза» на Новой Риге. Сейчас не до этого, у нас новая жертва. Кажется, твоя актриса. Срочно приезжай. Игорь, что случилось? Нашли труп Воронцовой. На лице глубокие порезы, предположительно буквы ОХ и римская цифра 11. На теле многочисленные гематомы. Видимых следов сексуального насилия на теле нет. Закрывай. Группа выехала на Новую Ригу, проверяет клуб и окрестные дома. Но не думаю, что это что-то даст. Толцов наверняка уже замел все следы. Но он не знает, что у нас есть записка Елены. И он не знает, что мы ищем дом в окрестностях Парадиза. Да нам не нужно искать Холодцова. Нам нужно сосредоточиться на поисках этого гримуара. Ну неужели вы это не понимаете? Против Холодцова все улики. Вы же сами нас к нему привели, а теперь, оказывается, от него надо искать книгу. С меня хватит! Будет новый труп через полгода. Вы этого хотите? Вы больше не участвуете в расследовании. Без вас разберемся. Смирнов, не спи. Давай сюда скорее. Левин, а почему ты молчишь? Ты тоже мне не веришь? Опять? Капитан ведет это дело. Он принимает решение. А-а-а. Прекрасно. Привет. Ты как здесь? Да, приехал собрать кое-какие вещи. Что случилось? Ульян. Мы нашли труп еще одной девушки. 21 год. Я думала, что хотя бы ее удастся спасти. Теперь меня отстранили от расследования. Мне опять никто не верит. Егор, я ничего не смогла сделать. Может, я сегодня останусь, а? Мы все с тобой обсудим, поговорим. Ты вчера исчез, ничего не объяснил и... пропал почти на сутки. Я себе места не нахожу. Я переночевал у ребят в отделе. Воронцова мертва. Боже. Это сделал тот, с кем она переписывалась? Он был на спектакле? Левин. А тогда в театре... ты искал меня. Ты думал, что он за мной пришел? Поэтому сделал мне предложение? Соня, ну конечно же нет. Ты проклятое дело разрушил нашу жизнь. Ты понимаешь, что он чуть не убил меня? Вместе со своим ребенком, кстати. Что? Был приступ, его готовят к операции. Что? Ты же говорил, что он умер. В какой-то момент он действительно для меня умер. Но сейчас я должен поехать к нему. Левин. Нам надо с тобой поговорить. Егор, мне как-то неудобно. Спасибо, что ты ужин приготовил. Да уж.
все, что было в холодильнике. Ну да, и у меня не было времени сходить в магазин. Ты не сняла кольцо? У меня еще есть надежда. Давай мы сейчас не будем это обсуждать. Просто сядем, ну, поедим. Как у тебя дела? Да у меня хорошо. Если только не считать того, что моя любимая девушка сбежала от меня сразу после того, как я сделал ей предложение. Егор. Хорошо, хорошо. Прости. У меня тут был случай на практике интересный. Консультировал родителей подростка с компьютерной зависимостью. Uh-huh. Интересный случай. Родители уехали на дачу, а парень 48 часов просидел перед компьютером. У него даже обезвоживание началось, представляешь? Что за игра? Ну, там парни преследуют виртуальных девушек, а потом их раздевают. Ты тоже играл? Нет, я... Как он называется? Называется Парадизо. Как? Парадизо. Мне надо кое-что проверить. Здравствуй, Сэм. Спасибо, что пришел. Ты садись. Вот. Вот хотел попрощаться, что ли, так. Ну ладно, рано тебе прощаться еще. Сейчас подлатают, лет сто еще пробегаешь. Эх, ты хватил. Нет. Мне уже пора списывать. У тебя будет внук. Или внучка. Фу. Вот это новость. Вот. А что ж ты молчал-то? Я сам только узнал. Ну, так и что теперь? Ты женишься? А женишься? Женишься потому, что должен? Или потому, что любишь ее? Не знаю. Я твоей матери предложение сделал через 2 недели. Как мы познакомились. Я ее впервые увидел на новогоднем празднике в Доме культуры. Да, проплыла так мимо, как королева. Статная такая, эффектная. За одни ресницы можно было умереть там. Да. Естественно, она мне отказала, но я... Год ее добивался. Чего только не выдумывал. Приступом взял. Ну, поженились. Ну, а где-то через месяц я стал замечать, что... Поговорить-то не о чем. Ну, а тогда как считалось, что женился, все, терпи. Но ты не смог терпеть. Да. Не смог. А потом все под откос пошло. Ты вот прожил жизнь без моих советов, но один я тебе все-таки дам. Не повторяй мою ошибку. Не повторяй. Thank you.
Юля, пол второго ночи. Ты чего не спишь? Сейчас приду, сейчас. Ты играешь Парадизу? Егор, иди спать. Синичкина, ты совсем обалдела? Второй час ночи. Соня, извините, пожалуйста, я понимаю, что поздно, но вы не могли бы позвать Игоря? Нет, не могла бы. Ну, это срочно и важно. Я скажу тебе, что очень срочно. Игорь сделал мне предложение, и я хочу, чтобы ты срочно исчезла из нашей жизни. Ты поняла? Привет, Ульян. Мне нужны материалы по этой компании Супернова. Все, что сможешь найти. Пришлешь мне сообщение, ладно? Хорошо, ладно, сделаю. Кстати, инфа появилась об Лухиной. Откуда ты про нее знаешь? В смысле, ты Клёвин вчера попросил узнать, кто присылает ей деньги на содержание. И? Деньги приходят с анонимного счета с Кипра. Я вот пробиваю сейчас на всякий случай информацию по ее имуществу, банковским счетам, пока никаких зацепок, к сожалению. А ты не знаешь, где Левин? Я не знаю. Я до него не могу дозвониться с вчерашнего дня. Ясно. Спасибо. Извините, а где я могу найти Ивана? Спасибо. Иван? Здравствуйте, я вам звонила, мы договорились о встрече. Портал играем.ру. Ульяна. А, вы по поводу рейтинга дизайнеров? А, да, точно. Точно. Кофе? С удовольствием. Ага. Благодарю. Операция прошла хорошо. Ваш отец в реанимации. Состояние стабильное. А к нему можно? Пока нет. Приезжайте вечером. Не беспокойтесь, все хорошо. «Кровь и плоть» номинировали в этом году на Golden Bite. Авторский сюжет. Огромное количество аватарок. Смотрите, все прорисовано вручную. Все. Посмотрите. Класс. Но мне показалось, что образы Парадиза ярче и интереснее. Не надо об этом писать. А почему такая популярная игра и потом, по-моему, одна из самых ярких в вашем портфолио? Ну и да, и нет. Понимаете, эскизы делал другой человек, а я занимался только композингом. Да и вообще, я не понимаю, вокруг него столько хайпа. Вот лично мне вообще не зашло. А почему же вы взялись за эту работу? Из-за денег? Понимаете, этот проект мне спустили сверху. Говорят, что эскизы делал сам Черепанов. Кто? Ну, Черепанов. Бывший владелец нашей компании. Да, да, очень интересно. А можно взглянуть на эти эскизы? Спасибо. Идемте.
какие интересные рисунки. А где я могу найти этого Черепанова? Я хотела бы взять у него интервью для своей статьи. Без понятия. О нем уже полгода ничего не слышно. Наверное, дауншифтит где-нибудь в Стэнкидс. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Игорь, пожалуйста, перезвони мне. Парадиза — это компьютерная игра. Эскизы для нее рисовал бывший владелец компании «Супернова» Ники Черепанов. Нам срочно нужно его найти. Привет. За мной следит полиция. Вас найдут. Не волнуйся. Это очень надежное место. Здесь никто искать не будет. Выпей. Выпей вина. Я вам не подхожу. Эти девушки были не видны. Откуда ты знаешь? Пишет, что обряд можно провести с любой женщиной. Важно, чтобы она пришла сама. И ты пришла ко мне, моя Лилит. Ты давно предназначена мне. Слушай, а жаль, что мы зимой так с тобой нелепо разминулись, да? Я дам тебе сверхсилу, если ты, конечно, сможешь ее принять. Все это время маньяк был у нас под носом. Черепанов. Это ж тот водитель, который сбил Мухину. А еще он владелец компании, которая создала игру «Парадиза». Он общался с рыбой через чат этой игры. Коль, есть новости? Я звонил в институт, у Лены не выходила на работу, у отца ее тоже нет. Черт. Камеры на здании «Супернова» зафиксировали, как Синицына без сопротивления села в такси без номерных знаков. Сейчас пытаемся отследить машину. Сделали запрос в ГИБДД. Черепанов, это похищение. Соловьев, куда мог ее повезти? Имущество, друзья, явки, пароли. Я его пробил по Росреестру и по базе налоговой. Он все имущество продал, включая автомобиль. Счетов на территории РФ нет. Единственная зацепка – это гримуар.
Я тебя просил вчера пробить Блохину. Я пробил ее? Но там тоже все глухо. Пребывание в доме престарелых ей оплачивается анонимного счета с Кипра. Имущество у нее невелико. Двухкомнатная квартира в Свиблово и... Дом небольшой. В районе станции Пустово. СНТ Пересвет, улица Круговая, дом 8. Это ж недалеко от депо, где Ирина обнаружил Юркевич. Мы там все красные дома обошли, ничего не нашли. Но судя по фоткам со спутника, у этого дома, у него серые стены. Мы этот дом не проверяли. Срочно туда! Ты не боишься? Это хорошо. Я хочу выпить. Стало идеальной почвой для моего преображения в сверхчеловека. Как и все избранные, я пришел в этот мир против воли своей матери. Она была балериной. Мой отец заставил ее родить. Меня восхищало его могущество. Его умение подчинять других людей своей воле. Его феноменальное, беспощадное хладнокровие. Его сила. Но мать все-таки сбежала от него. И я ее больше никогда не видел. Ты скучал по ней? Отец? Отец? Ему никогда не было до меня дела. Он откупался до меня деньгами, исполняя все мои прихоти. Ты знаешь, мне кажется, он меня боялся. Он чувствовал, что ты особенный. Разумеется. А когда мне исполнилось 12 лет, я понял, что должен стать сверхчеловеком. И дабы доказать себе, что никакие человеческие привязанности надо мной не властны, я убил его. Разочаровывай меня. Избранным тяжело найти пару. Ты одинок? Да. Мысль о женщине, которая бы скрасила мое сверхчеловеческое одиночество, стала навязчивой. Я начал поиски своей Лилит. Какие остальные? На каждой из девушек на теле было клеймо.
Воронцов 11. Это не порядковый номер. Это количество часов, которое каждая из них продержалась перед смертью. Алина Елена была самой крепкой. И если бы не мой брат-идиот, который упустил ее прямо с обряда, она бы стала моей Лилит. Рыба, твой брат? Да, да. Случайная связь. Моего отца с какой-то официанткой. Он стал так часто ошибаться, что мне пришлось избавиться от него. Ну ладно. Пора начинать. Нашли флешку, на ней запись ритуала над Воронцовой. Ты уверена, что хочешь ехать в отделение? Да, уверена. Я хочу довести это дело до конца. С Никитой мы ходили в один спортивный клуб. Да, кажется, это я рассказал ему про Марину. А про Анастасию Воронцову вы ему рассказали? Возможно, я не помню. Расскажите, что произошло вечером после премьеры. Мы с Настей договорились встретиться у театра. Я прождал ее 15 минут. Пошел на стоянку. Черепанов сидел в моей машине. Он вырубил меня. А потом... Потом заставил меня смотреть, как он убивает Настю. Зачем ему понадобился свидетель? Ему нравилось наблюдать, как я мучаюсь. К тому же он сказал, что я тоже труп. Что он все подстроил так, чтобы полиция считала меня серийным убийцей. Ну как это возможно? Возможно. Скорее всего, он хотел инсценировать ваше самоубийство после смерти Синицыной. Оставил бы на ваших телах необходимые улики. Вас бы признали маньяком, а он спокойно бы жил дальше. Может, все-таки отвезти тебя домой? Я не сдвинусь с места, пока не буду уверена, что он сядет навсегда. Простите, Ульяна Игоревна, вот папка, которую вы просили. Спасибо. Что это? Дело о пропавшей без вести матери Черепанова. Вам знаком кто-нибудь из этих девушек? Спрашиваю еще раз. Вы знали Татьяну Рогожкину, Елену Светлову, Алину Елену, Марину Мухину и Анастасию Воронцову? Отвечай на вопрос.
Вечерняя лекция напоминание матери, боялся отца. Да, все верно. Чего ты бормочешь? Так, гипотеза. Он, по-моему, не собирается отвечать. У нас есть неопровержимые доказательства. На его флешке запись убийства Воронцовой. Там не видно его лица. Гримуар Ксаверия был у него. И в конце концов его взяли на месте преступления. У него есть последний козырь, это невменяемость. Если его посадят в психушку, он найдет какого-нибудь очередного Богданова, и все начнется по кругу. Можно я с ним поговорю? Ты потерпевшая. Ты не имеешь права с ним беседовать. К тому же адвокат заявит протест. Адвокат пока не приехал. Игорь. Не хочешь ни с кем говорить? Я тебя понимаю. Дело всей твоей жизни рухнуло. Даже сверхчеловеку тяжело такое вынести. Как ты хорошо держишься после нашего ночного свидания. А все могло получиться. Нет никого, с кем бы ты мог поделиться своей болью. Объяснить, через что ты прошел. И даже если бы захотел рассказать, тебе не поверят и тебя не поймут. А если... Если бы вдруг вернулась твоя мать? Как думаешь, она бы поняла? Тихо, тихо, стой. Нет. Не смей мне напоминать про эту суку! Она меня бросила. Да, это она виновата во всех твоих бедах. Почему ты ее не наказал, как отца? Ты же даже не пытался ее найти. Она пропала в сентябре 91 года. Отец заявил, что сбежала с любовником. Что ты чувствовал, когда вы в последний раз виделись? Страх. Мам. Мама. Никит. Сынок. Было очень страшно. Ты видел, как он убивал твою маму? Ты боялся, что будешь следующим? И ты никому не мог это рассказать? Тебе бы никто не поверил. Никто бы не поверил ребенку 5 лет. Твоя мама не меняла фамилию. Ольга Харламова. Тебе бы хотелось, чтобы она была стойкой, чтобы выжила тогда. Ты думал, что после каждого ритуала тебе, возможно, будет легче, но боль усиливалась. Ты не сверхчеловек. Ты чудовищно травмированный в детстве ребенок. Ты стал убийцей, как и твой отец, и в этом нет ничего сверхъестественного. Могло получиться. У меня получилось бы. Да. Ты знаешь, сколько я шел к своей мечте? Он заговорил. Я тщательно отбирал девушек. Я за ними следил долгие месяцы. Я знал про них то, что они не знают сами про себя. Прости, но у меня иногда получались ошибки. Ты могла стать моей Лилит. А почему другие не могли?
чего им не хватало. Девочка моя, ну я же рассказывал тебе, они слабые были. Слабые. Рогожкина болелась все время. Испортила обряд. Извезло. Мне сразу она не понравилась. Я сомневался, но потом решил рискнуть. Не уходи. Наша комиссия провела тщательную работу по оценке поданных заявок, и среди них было очень много интересных идей. Но мы практически единогласно выбрали одну заявку. И в этом году грант фонда получает Ульяна Синицына. Давайте поаплодируем. Это взятка, чтобы я с тобой поехала в Вену? Нет, это объективное решение. Угу. Ульяна. Поздравляю вас. Спасибо, профессор. Говорят, вы помогли полиции поймать опасного маньяка. Ну, если бы не ваша помощь, у меня бы ничего не получилось. Спасибо. Мы квиты? Мы квиты. Ульяна Синицына! Ты не обижаешься на меня, что я получила грант? Ну что, ты заслужила эту награду. И это надо отпраздновать. У нас как-то не очень хорошо получается праздновать. Мне кажется, самое страшное, что могло случиться, мы уже пережили. Ты жива, и ты со мной. Ульяна, спасибо. Поздравляю. Игорь, можешь мне там подождать 5 минут? Я сейчас подойду. Нет проблем. Ты дальше будешь игнорировать меня? Мама, ты дальше будешь мне напоминать, что я получила грант от фонда твоего мужчины? Я хочу сказать, что горжусь тобой. Очень горжусь. Похоже, твой метод действительно имеет большое будущее. Я была несправедлива к тебе, дочь. Неужели ты это говоришь? Да, это говорю я. А насчет отпраздновать я бы с удовольствием, но мне нужно проводить Давида в Вену. Он улетает. Ты его любишь? Возможно. Он сделал мне предложение. Мам, я за тебя рада. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Теперь Черепанова точно посадят. Вот твои дипломы. Нашли при обыске в доме Блохиной. Калинин разрешил тебе передать. Я думаю, что я их больше не увижу. Спасибо. Они мне как раз пригодятся для оформления гранта. Ты молодец. Ты заслужила. У нас с тобой получилась крутая команда. Да, мы могли бы вместе еще не одну сотню злодеев поймать. Вернешься в розыск? Меня перевели на бумажную работу. Я думаю, что так Соне будет спокойнее в ее положении. В положении? Она беременна. Я поздравляю. У меня грант, у тебя ребенок. Две свадьбы хэппи-энд? Две свадьбы? Ну, мы поженимся с Егором в ноябре. Мне пора. Thank you.
тебя подвезти? На метро быстрее.